На месте злочинства супрацовники финансовой милиции совместно с милиционерами управления по борьбе с экономичными злочинствами затримали жыхара города Костюковичи. Мужчину обвинователи у незаконным обмене валют. По словам правоохранников, свои послуги он оказывал не только простым громадянам, але и представникам коммерцийных структур, индивидуальным предпринимальникам. Затримали мужчину при спробе поменять 80 тысяч российских рублей на белорусские. Помимо предмета административного правонарушения 80 тысяч рублей Российской Федерации, у правонарушителей изъято денежных средств на общую сумму более 9 тысяч белорусских рублей. В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по указу 49. За совершение административного правонарушения, связанное с незаконной скупкой, продажей и обменом иностранной валюты, правонарушителю грозит административная ответственность от 50, в виде штрафа от 50 до 150 базовых величин с конфискацией денежных средств.